Поближе подойдите. Ближе, ближе, ближе. Подведите его. Подведите собаку. Пробегитесь. Пожалуйста, мимо фигуранта, чтобы собака была рядом с фигурантом. Собака должна быть рядом с фигурантом. Поводок. Держите. Сюда подойдите. Еще раз облаивание сейчас. Да.
Угу. Как только собака спокойна, высылайте ее на облавни. Also, alles Schluss, oder? Все. Hier kann man sehen, dass man so, als, so ein bisschen... Wenn man so einen Hund sieht, der so unsicher ist, dann muss man versuchen, dass man da so ein bisschen Vertrauen reinbekommt im Hund. Когда вы работаете с такой неуверенной собакой, нужно сначала обрести доверие этой собаке. Das Problem liegt schon in der Unterordnung. Das haben wir heute Morgen schon gesehen bei dem Hund. Der Hund ist immer im Meiden. Это как раз идет проблема послушания. Мы сегодня с утра видели, что та же самая собака неуверенно работает в послушании и поощряется в этой же фазе. То же самое собака показывает и здесь. Да, есть еще одна фраза? Про нас сказали, проводника поменять. Was wurde über Nadias Hund gesagt? Собака хорошая, но проводник, да, не такой хороший. Проводника можно поменять. Also man wechselt den Hundeführer. Да, но вам нужно научиться больше гармонии с собакой. Для собаки это важно, чтобы вы... Можно, конечно, с Валерой работать, но для собаки важнее, чтобы один проводник был. Und was ich jetzt als Helfer gemacht habe, entscheidend ist, wenn man sieht, dass der Hund ein bisschen meidig und ängstlich ist, auch beim Verbellen, dann muss der Helfer versuchen, ja komm, komm, so ein bisschen Mut anschaffen und dann mal beißen lassen. Можно увидеть, что собака на облаивании несколько страниц и держит себя неуверенно, поэтому задача фигуранта поощрять собаку к тому, чтобы она почувствовала себя увереннее. Wenn er den Ärmel hat, dass er wegrennt, dass man versucht, den Hund herzubekommen. Собака иногда убегает от рукава, поэтому нужно попытаться прежде всего вселить уверенность в собаку, и ну, это будет происходить со стороны фигуранта. А может быть... А могут быть проблемы из-за того, что Валера всегда фигурант, ну, то есть у него фигурант, но он его знает хорошо, это именно собака. Können dabei Probleme entstehen, dass Valeri auch wie der zweite Besitzer von diesem Rüden ist? Also, zum Vorteil. Да, но это не является, конечно, преимуществом. Aber bevor sie keinen Helfer hat, kann sie lieber ihn nehmen, wenn er gut ist. Но... Конечно, also wenn man den anderen Figur... Wenn man keinen anderen Helfer hat, keinen anderen Helfer. Kein Helfer, der muss ihn ja nehmen, dann ist es besser wie gar nichts. Ну, если, конечно, нету хорошего фигуранта, тогда лучше пускай Валера работает. Это лучше, чем ничего. Но у него будет конфликт, да, у него собаки. Aber dann... Очень важно, чтобы собака не в стрессе работала, не в такой острой фазе стресса. Ein bisschen verstanden. Понятно, чуть-чуть.
Тоже как проводнику нужно показывать больше эмоций в работе с собакой, больше радости, когда собака кусает. Просто иногда вы стоите за собакой, как будто в замороженном состоянии. Да, она у нас так учили. Aber sie wurde so gelehrt, sie selbst. So gelehrt, dass sie so emotionslos ist. Also, man muss sich selbst mit freuen, wenn du das gut gemacht hast. Надо самому показывать радость от того, что происходит. Schön. Ist für alle Hundeführer gemeint. Это, в общем-то, актуально для всех проводников, конечно. Wie sie jetzt hier vorne kommt, ist das gleiche. Sie ist knochenhart zum Hund, ne? Aber da ist so. То же самое и у последнего проводника. То же самое. Да. Ну мы просто стесняемся. Авторитет. Вы про последних кто говорили. Скажите хоть нечего. Первый, последний. Пока ничего. Also was könnten Sie zu dem letzten Hund sagen? Собаку нужно научить доверию прежде всего фигуранту. Фигурант не должен вводить собаку в состояние стресса. Фигурант должен выстроить дружбу с собакой, с данной собакой конкретной. Если собака не будет самоуверена, то нельзя собаку еще больше нагружать. Когда собака захочет работать, тогда уже можно давать большую нагрузку. Вот я с ним сама занимаюсь доверием. Он ведет себя ровно так же, как и с фигурантом. И туда-сюда вот это вот. В смысле сама? Also wenn sie sie trainiert den Hund auch manchmal selbst, wenn sie festigt den Hund am Baum und arbeitet mit dem Hund, sie selbst, der Hund benimmt sich ebenso auch. Unsicher. Но это проблема, да, но говорилось до этого, что собака на послушании как раз вела себя подобным же образом, то есть это закрепилось в послушании, когда собака вела себя неуверенно, вы это закрепили. И сейчас вот эта вот проблема вылезает в защите. Понятно. Ну что? Больше желающих нет. Не, есть вот. Да я шучу, но я пошутила. Она пришла просто умной речью. И альт, и гуд, и шин. Ей не надо это. Яри. Нет, цита. Фон циту. Яри есть der zweite. Лежать. Лежать. Пожалуйста, сейчас вы должны укрепить собаку. Похвалить. Лежать. Лежать. Okay, ich belaste den Hund gleich. Und wenn der Hund aus dieser Belastung aktiv wird, muss ich ihn aktiv lassen. Если сейчас собаке активно будет дана нагрузка, если собака активно при этом работает, вы собаку активно начинает реагировать, вы собаку выпускаете. Сейчас он начинает активно работать с рукавом перед собакой.
aktiv wird, muss sie sagen, das ist gut, mein Junge. Mhm. Если собака активно реагирует на это, то вы должны поощрять собаку. Хорошая собака, которая хорошо учится. На собаку оказывалось воздействие, собака начинала активно реагировать. Когда воздействие снималось, собака успокаивалась. Таким образом, из мальчика вырастает мужчина. Он его не кусает, это неплохо. Пускайте.
Okay, aus. Команду. Дай! Лежать. Леген. Нельзя. Хорошо. Найн. Лежать. Нет! Лежать. Vorsicht! Идите. Лежать. Еще раз вышлите, пожалуйста, сейчас. В палатку сейчас вышлите. На укрытие. На! Эй! Эй! Vorsicht! Hey! Lass es! Lass es! Lass es!
Уходите. Hier bleiben oder laufen? Nee, schon weg. Ist das ein guter Hund? Это хорошая собака? Нормально. Ich glaube, der Hund ist gut. Der Hund ist nur schlecht geprägt. Господин Люнберг думает, что собака хорошая, единственное, что не совсем четко настроенная. Агрессион, бойте, schlechtes Spiel. У собаки не четко выражен переход агрессия добыча. Wenn ich den Hund vier Wochen hetze, der macht Aggression. Если собака 4 недели вот так вот активно поработает, то собака будет и агрессию проявлять, и с добычей работать. Собака выучила только, что все перед ней страх испытывают. Теперь пришел фигурант, и он страха не испытывает. И собака очень удивилась. Возникла проблема. Собака хорошая. Собаке дали понять, каким образом она может получить добычу. Если она сделает ту или иную команду, правильно ответит, тогда она получит добычу. Im Gegensatz zu dem Malinois von ihr ist der Hund 50 PS stärker. Если взять Малинуа, который был до этого, то данная собака на 5 лошадиных сил сильнее. Вопрос? Вопрос какой был? Es war keine Frage, es war ein Mittagessen. Essen wir. Валера, камера. Вот веревочка была. Вот натянем вот так. Ja, die Nachtzucht. Эта собака тоже от Цита и Пепси. Ему год и два месяца. Ja, und zwei Monate. Сколько ему? Это Яри? Основная Цито. 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 Видимо, Цито. Немножко да. Ему... являюсь для него каким-то слишком сильным авторитетом. Also, es gibt ein Problem. Wahrscheinlich in der Arbeit drückt sie zu stark auf den Hund und ihre Autorität ist zu stark für diesen Hund. Что у меня не получается, я хотела бы конкретно помощь вот с ним получить. Он не бегает у меня быстро. Ну, дайте собаке просто побегать. Подойдите сюда. Что подойти? Сюда подойдите. Отпустите собаку, дайте побегать. Ничего не делайте. Писают они как-то все одинаково. Неси сюда мяч. Год и два. Ein Jahr und zwei Monate. Год и два. Год и два. Ein Jahr, zwei Monate. Эй. Сюда, сюда, сюда. О, молодец. Молодец. Ничего не делайте. Мой Hund hat ein ähnliches Problem wie der junge Hund. У этой собаки те же самые проблемы, что и у предыдущей. В данной конкретной ситуации с собакой, в общем-то, ну, сложно начать работать. Er entzieht sich der Situation und versucht über die Hundeführer ein bisschen was zu erreichen.
Собаки не достают этой нейтральности, собака теряется в ситуации и пытается обратиться к вам за помощью. Junge, gut, Junge, gut. Неси сюда мяч. Подзовите. Эй, сюда, сюда. Сюда мне мяч. Хаммер. Сейчас родственника найдет. Хаммер. Эй, Хаммер, неси мне мяч, мне сюда, Хаммер, сюда, вот, сюда, мяч. Окей, матрац. Лежать. Баль век. Мячик убрать. So, jetzt soll sie mal erzählen, was sie mit dem Hund schon gemacht hat und wo das Problem ist. Еще раз, пожалуйста, расскажите, что собака уже умеет делать и в чем заключается проблема. Рядом ходить умеет. Also, er kann Fuß machen. Ja. Сидеть умеет, лежать also, умеет. Sitz, Platz. Ко мне бегать умеет. Also, er kann ganz schön heranlaufen. Барьеры прыгать умеет. Also, er kann die Hürde schon вперед springen. Бегает за мячом. Er macht das Kommando voraus. Платки. Also, ohne Platz, aber ja. Er macht das Kommando. Ja. В чем проблема? Не бегает быстро. Also, der Hund läuft nicht schnell, ganz langsam. Вот буквально в последний момент. На какой фазе это происходит? Вообще не бегает. Also insgesamt, im Großen und Ganzen. В последнее время вот мне удалось, ну, занятие там 4-5 сделать, когда он побежал быстро. Это был отзыв ко мне на расстоянии там порядка 200 метров. Вот тогда он побежал. Also, а так, ну, даже 50 метров он бежит. Ну, быстро, да, но он не выкладывается в полсилы. Also die letzte Zeit, die letzten 3-4 Male klappte es ihr, als der Hund etwa 200 Meter von der Besitzerin war, also dann lief er zu der Besitzerin ganz schnell. Aber 50 Meter von ihr, also der Hund läuft ganz langsam und nicht in voller Kraft. И вперед также не бегает быстро. Also, und voraus macht er ebenso auch nicht so schnell. Ebenso mit dem Ball, wenn man wirft den Ball, der Hund läuft auch nicht so schnell. Ja. Ja, was mir an dem Hund auffällt, der ist jetzt 14 Monate alt und in ganz wenigen Phasen hat der Hund die Ohren gestellt. То, что мешает вот на данный момент смотреть на эту собаку, это то, что собаке 14 месяцев и в очень небольшом количестве фаз работы собака ставит уши. Ganz vielen Phasen, insbesondere in Phasen, wo der Hund dicht bei der Hundeführerin ist, hat angelegte Ohren und zeigt so ein bisschen Unterwürfigkeit. И когда вы работаете с собакой в очень большом количестве фаз, собака пока, особенно когда собака находится рядом с вами, собака прижимает уши и показывает подчиненность вам. Ну да, вот я и говорила, что он слишком такой вот. So, es war schon besprochen, dass wahrscheinlich dass der Problem der ein Problem der Besitzerin ist. Autorität oder zu viel Druck auf den Hund? Nein, das ist ja ganz einfach. Все очень просто. Ball. Мячик. Лежать. Es ist ganz einfach. Man kann einen entscheidenden Fehler machen. Wenn ich den Hund neben mir sitzen habe und der Hund ist im Meideverhalten, angelegte Ohren, nicht auf Empfang. Und ich sage dem Hund, klasse, und mach so, dann lernt der Hund, übers Meideverhalten zu seiner Bestätigung zu kommen. Mhm. Ich muss aber den Hund beobachten und sagen, Hund, pass auf, mach die Antennen nach oben, geh auf Empfang. Mach die Antennen nach oben, geh auf Empfang, und wenn du auf Empfang bist, positiv eingestellt bist, dann... Ошибка исправляется достаточно просто. Если вы работаете с собакой, собака находится рядом с вами, происходило следующее. Собака прижимает уши, показывает подчинение, собака не готова к работе, но смотрит на вас, и вы в это время, как поощрение, вы даете ей мячик. Вы должны ждать до того момента, когда собака поставит уши и будет с уверенностью смотреть на вас. Только после этого давать ей мячик как поощрение. Тогда реакция закрепится. Mm-hmm. Yeah.
Das, hey, das werden so die ersten Phasen. Hammer. Gut, dass dem Hund ohnehin diese Prägungsphase ein bisschen fehlt, der Hund so ein bisschen im Meiden ist, insgesamt im Meiden ist und aus diesem gesamten Meiden heraus auch noch ausgebildet wird, das führt natürlich der Hund immer dazu, dass der Hund nicht aktiv ist, sondern immer reaktiv ist. Естественно, если собака находится все время в фазе неуверенности, она работается в этой фазе, она поощряется в этой фазе, она пребывает в этой фазе, то, естественно, эта фаза у собаки закрепляется, и собака начинает так неактивно работать. Und das wird das Erste, wo sie erstmal dran arbeiten muss. Spielen, Platz. Und erst wenn der Hund wieder sagt, ich habe Platz gemacht, einfordert, aktiv einfordert, dann kriegt er was. Это то, с чего надо начинать работать. Когда вы работаете с собакой, говорите команду лежать, как только собака легла и показала вам ушами и глазами, что она сделала и выполнила команду, только тогда вы даете ей поощрение в виде мячика, только тогда можно продолжать. Так, собственно, я так и делаю, но все равно вот он такой. Also, sie sagt, sie macht dasselbe, aber der Hund meidet sich sowieso. Wir gucken uns das an. Мы сейчас посмотрим. Ein bisschen weg von den Leuten. Немножко отойдите от людей, пожалуйста. Hey. Камер. В сторону отойдите туда вот слегка. Okay, stop. Стоп. Beide Leinen weg. Пожалуйста, поводки. Угу. Оба, оба. Оба поводка отстегните. Ah, die kann dran bleiben. Ist okay. Угу. Заберите мячик. Дай. Себе. Нет. Иди сюда. Хаммер, сюда. Мне? Там слышно? Okay, stop. Стоп! Команду рядом, пожалуйста, чуть-чуть. Рядом? Неси. Молодец. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Стоп. Стоп. Was macht der Hund jetzt? Что теперь делает собака у вас? Erfordert. Wegschmeißen. Also, ja. Sie möchte das gerne. Erklären Sie mal bitte. Ja. Wenn ich einen Hund das bei Fuß lernen beibringe, dann mache ich das natürlich immer so, dass ich bei Fuß gehe und den Hund, wenn er gut geht, hier bestätige. Vielleicht da. Immer hier, immer am Mann. Und niemals werde ich den Ball wegwerfen.
Пожалуйста, когда вы работаете с собакой на команде рядом, и вы останавливаетесь, мячик должен висеть прямо перед вами, чтобы собака могла сразу же ухватить его из этой же позиции, из команды рядом, а не выбрасывать мяч вперед. Grundsätzlich, wenn mein Hund für eine gute Arbeit bestätigt wird, wird er immer bei mir damit bestätigt. Immer grundsätzlich bei mir. Wenn ich das umgedreht mache, wie sie das macht, immer von mir weg, immer von mir weg, wird der Hund natürlich irgendwann den Weg immer von mir weg suchen und nie den Weg zu mir her. Вы видели, что собака слегка отошла от своего тренера во время работы. Это происходит потому, что когда вы работаете с собакой, поощрение в виде мячика всегда должно находиться рядом с вами. Вы не должны выбрасывать мяч. Собака иначе готовится постоянно отойти от вас во время работы. В этом же заключается и проблема того, что собака медленно подходит к вам. Когда вы работаете таким образом с собакой, собака подбегает к вам, вы работаете с мячиком, выбрасываете его снова, собака понимает, что для нее выгоднее всегда находиться от вас на каком-то расстоянии. Собака, по сути, абсолютный эгоист, и она всегда делает то, что выгодно для нее. Если вы неправильно оплачиваете работу собаки, то собака неправильно, соответственно, реагирует на вашу оплату, на ваше подтверждение. Вы награждаете собаку неправильно. В этом заключается проблема. Еще раз сделайте сейчас команду лежать, пожалуйста, и подзывание туда, в тот конец. Wenn sie den Hund reinruft, Trieb machen, Trieb machen, vorsitzen, klack, hier die Bestätigung. Mm-hmm. Когда вы подзываете собаку, слегка покрутите перед ней мячиком, перед тем, как подозвать собаку, возьмите мячик в зубы, как показал господин Люниберг, подзовите собаку и изо рта уже выпустите его в пасть собаки. Он не умеет делать посадку здесь. Also, der Hund kann nicht vor dem Besitzer sitzen. Если вы так мячик возьмете, собака сможет это сделать. Sie hat Angst, dass sie ohne Zähne bleibt. Зубы! Дальше, 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 дальше. Подзывайте, подзывайте, подзывайте. Уже лучше. И теперь отпустите, отпустите собаку побегать. Если собака схватила мяч, тогда отпустите собаку побегать с мячом. Also der Hund arbeitete dem Programm nach, ja, also der Hund lief nach dem Ball. Nicht sie mir. Also, ja, ja, gut, das ist ja normal. Aber er hat nicht geschnallt, was los ist. Okay, nochmal. Еще раз. Неси сюда. Эй. Сюда-сюда, Амер. Иди сюда. Амер, сюда. На таком коротком расстоянии мячик сразу лучше наверху держать. Угу. Потому что расстояние слишком маленькое. Еще раз. Еще один раз. Okay. Jetzt machen wir
Вам надо научить собаку садиться перед вами. Also, macht sie ein bisschen Kommando hier. Nimmt den Ball so, vorsitzen. Richtig, nicht ran, vorsitzen. Wenn er es gut macht, klatscht der Ball.